Всем привет, я сейчас нахожусь на локации перекресток, где Чебал и дача, дача 30/3, и тут вот у нас водитель въезжает на места для инвалидов, сейчас поинтересуюсь, если он инвалид, посмотрим. Я, конечно, хотел сделать другое видео, но не по этому поводу. Такой знак хороший вам ничего не говорит, а значок есть, вы инвалид? Домнул, да, кого я сенте сумку, да, весь свой пути свой проказ, да, магини си боишься в район 7. Что здесь-то? Фэр 7, там, требуем 7, сейчас локур специализате. А еще, ну, мой инвалид спот супортя, задакау, ледишься маца, кейл, инвалид, да, аша, ну, спадли. А это у меня, блядь. Не, у вас есть удостоверение инвалида? Конечно, нет, если у вас есть удостоверение об инвалидности, можете парковаться, я вам не говорю. Что, понимаете? Надо, это, да, надо, конечно, потому что может приехать ты полиция. Не, может приехать полиция, не увидеть значка и эвакуировать. Понимаете, в чем проблема? То есть непонятный инвалид, говорит, то он инвалид, то ты не видишь, что у меня тут опось или еще что-то. Я говорю, слушай, если вы инвалид, то можете здесь оставить машину, в чем проблема? Я же вам не говорю, не паркуйтесь. Так вот, хотела сделать видео по поводу этой локации. Здесь, как помните, было много здесь у нас спорных ситуаций. И были здесь наезды и на ребят стоп-хама, и на меня были здесь наезды транспортным средством прямо на тротуаре. Ну, установили полусферу, что хорошо. Но я не по этому поводу. Вот один отъехал, влетел другой сюда. Вот не дают мне сделать репортаж. Вот один инвалид отъехал. Здравствуйте, мужчина! А такой знак, хорошенький инвалид, вас не смущает? Перепаркуйте, пожалуйста, вашу машину. Там дальше есть свободные места. Так вот, хочу сделать репортаж, но никак не получается. Якобы у нас страна стремится в Европейский Союз. Но вот с такими ценностями я не знаю, куда эта страна пойдет. Вот смотрите, это одна из центральных улиц. Дальше у нас ворота Кишинева. Через эту улицу проезжает очень много иностранцев. Но это у нас Молдова Агроимбанк. Скамейки есть, урн нету. Столица. И вот такие вот у нас есть гости здесь, которые в банк приходят или еще куда-нибудь в другое место коммерческой точки. И вот так вот гадят. Вот я не знаю, чем думало руководство банка. Скамейки поломанные, есть у нас такие моральные уроды, которые эти скамейки ломают. Но больше всего, что меня удивляет, я так и не понял, что он сказал, но что-то мне сказал водитель, которому я сделал замечание, но не важно. Так вот, могли бы здесь установить урны, для того, чтобы вот это не гадили. Как бы вроде бы один из таких действующих банков Молдовы, номер один, как они себя позиционируют. Но урны здесь не установлены. Да, вот урна есть там, урна там, это устанавливала муниципальная власть. Ну а вот где скамейки под зданием, урн нету. Вот это вот такие вот у нас европейские ценности. То есть страна стремится непонятно куда. Человек приехал в банк этот, что сейчас проходил, да, я ему сделал замечание. Сейчас прошел молниеносно, что-то сказал, я так и не понял, что он мне сказал, но неважно. Места для инвалидов лучше не занимать. Вот такой вот небольшой репортаж, то есть ценности у нас такие. Одна из центральных улиц города, прямо под боком банка. Ни урн, ничего, скамейки ломаются, бычки, все, вот это вот мусор валяется. Просьба к администрации банка, установите здесь урны или к претору ботаники, чтобы вот это вот не загаживали. Вроде бы тротуар был отремонтирован, но он уже превращается в гадюшник благодаря невоспитанным моральным уродам. Извиняюсь за это выражение. Примар города, точнее претор ботаники, говорил, что здесь на тротуарах парковаться никто не будет. Машина еще заведена, то есть водитель где-то рядом. И вот он создает помехи для проезда еще к тому же. Он стоит на проезде, что также парковка запрещена. Но при этом давали обещание, что здесь на тротуаре не будут парковаться. Но вы как видите, вот так вот у нас паркуется и создают вот такие вот помехи. Бусик заведенный.
где водитель, я не знаю. Вызовем сюда экипаж полиции на данную локацию, чтобы водитель получил платный урок. Почему мы затронули эту тему? Ваш бусик? Ваш. А вот у машина? Она из вас, ребята. А вам нечего делать? А вам нечего делать? Да, вот, да. Представляешь, вот гуляю, хочу пройти по тротуару и не могу, бусик стоит. Да, перепаркуй его, будь так любезен. Перепаркуйте, пожалуйста, вашу машину с тротуара. А я, слушай, я сейчас вызову полицию, штраф будет. Ну и штраф заработаешь. И деньги с кармана пойдут в бюджет страны. А, ну, то есть тебе насрать на тротуар, на безопасность. Да. А, вот такие вот у нас водители, пофиг. Ну что, вызовем сюда экипаж полиции. В чем проблема? Это у нас Алкомастер. Маркет у нас здесь, а. Водитель говорит, что ему пофиг на все, точнее он сказал ему похуй. Извиняюсь за это выражение. А, добрый день, я бы хотел бы вызвать экипаж патрульной полиции на локацию город Кишинев, бульвар Дача 30/1 и 30/3. Тут у нас есть алкомаркет на этой аллее, где сделали парковку. Машина припаркована, большой груз, бусик на тротуар. Я водителю делаю замечание, чтобы он перепарковал машину. Или я сейчас вызову полицию, он так просто сказал, мне похуй, вызывай. Можно сюда экипаж патрульной полиции? Потому что это данный бусик создает помехи проезду и машин, и пешеходам ходить. Да, конечно, Mercedes Sprinter номер ZZX118. Это напротив алкомаркета. Дальше у нас торговая точка La Placinta. Задним ходом двигается, задним ходом через пешеходный переход, что у нас запрещено. Сейчас он, естественно, он перепарковал, когда услышал, что я вызываю машину. И то, и встал на места для инвалидов уже. А места для инвалидов вас не смущает, мужчина? А, ну ладно, сейчас подъедет полиция. Вот он сейчас перепарковал машину на места для инвалидов. То есть ему на все пофиг. Ему пофиг, что полиция, что места для инвалидов. То есть такой великий он у нас, непонятно что. Можно сюда экипаж полиции? Да. Вот для алкомаркета, и тут еще торговый центр La Placinta. Есть видеофиксация. А? Да, хорошо, конечно. Я на связи. Хорошего дня и вам. Вот такие вот у нас есть недоводители, которым плевать на все и на всех. Что очень плохо. Ну, полицию мы сюда вызвали. Вот здесь также у нас... А, это инвалид. Имеет полное право здесь парковаться. Вот у него значок, кстати, я не обратил внимания. Это инвалид. Ну что, полицию мы вызвали, подождем. Будет звездой, почитает комментарии. Раз ему похрен. Ну, посмотрим, как он полиция будет говорить, насколько ему уже пофиг. Задним ходом двигаться через пешеходный переход у нас запрещено. Согласно правилам дорожного движения. Ну вот, я смотрю, в данный спринтер Mercedes сел водитель, ну и покидает локацию административного правонарушения. Ну, видеофиксацию я по-любому экипажу полиции передам. Вот такой вот он, великий пофиг. Ну, раз тебе было пофиг, что ты тогда сваливаешь отсюда, не ждешь полицию? Вот такие вот у нас есть недоводители непонятные, бля. Понял, что сейчас будет дело пахнуть жареным, что сейчас может подъехать экипаж полиции, быстренько свалил отсюда. Вот такие вот они, недоводители непонятные. Ну, на его место въезжает другой водитель. Сейчас мы сделаем замечание ему. То есть один нарушитель съехал, другой въехал. Сейчас мы попросим водителя перепарковать. Это места для инвалидов, как видите. Это у нас вот инвалид, а здесь не инвалид. Добрый день. Вот такой вот знак хорошенький, как раз для вас предписывающий. Здесь парковка только для инвалидов. Перепаркуйте. Это инвалид? Да, у него стоит значок на заднем стекле. Если вы не заметили, перепаркуйте вашу машину, пожалуйста. Будьте так любезны. Сразу, а это инвалид? Да, это вот инвалид, стоит у него значок. Не знаю, насколько он официальный, неофициальный, но значок есть у него. У водителя нет знака. Даже девушка ему, пассажир, начала говорить, перепаркуй машину, потому что стоит знак. Что уже хорошо.